Ребят, наше следующее утро мы встречаем в Балаклаве. Смотрите, какой крутой вид. Мне очень нравится Крым. А наш сегодняшний вечер заканчивается на одном из самых красивых мест южного побережья Крыма. Что, начнем наш крымский тур? Красота-то какая, лепота. Ребят, мы приехали в Новый Свет. За моей спиной находится завод, знаменитый завод шампанского. А сейчас мы пройдемся на набережную и, возможно, заглянем в магазинчик посмотреть, почем же тут продается шампанское. Шампанского на вечерок, знайте, что купить на заводе его нельзя, а можно на набережной, в специальном магазине «Новый Свет». Вот сюда мы и пришли, и сейчас посмотрим, сколько тут стоит шампанское. Вот так выглядит магазинчик. С 10 до 7 работает. Максим, ну ты прям потерялся, я смотрю, да? И коньяки, и вина. И я смотрю, что не только вот «Новый Свет», еще и «Коктебель» есть. Смотрите, вино сухое красное, два сердца называется 1000 рублей. А шампанское у нас почем? Новый Свет, 580 рублей за бутылку. Коллекционное шампанское 4000 рублей стоит. Вот такая подарочная упаковка. Вот таким нам запомнился Новый Свет. Номер с джакузи с видом на море на набережной 100 долларов. Ну что, ребят, Новый Свет вам показали. Поехали дальше. Вы только посмотрите, тут невозможно проехать и 1 километр, чтобы не остановиться на какой-нибудь видовой площадке. Это ж просто красотища красивая. Все побережье вперед с лазурной водой, а с этой стороны стена гор. Офигительно. Мне очень нравится Крым. По верхней крымской дороге мы продолжаем свой путь и доехали уже до Байдара Костропольской стены. Вот тут горный кряж за моей спиной. Это как раз та самая стена. Почему Байдара Костропольская? Потому что она тянется от поселка Костроп, точнее Байдарских ворот, которые находятся над Форосом, до поселка Кострополь, который сейчас где-то внизу, приблизительно на побережье. Это такая отвесная стена, отвесная гряда гор, высотой там несколько сот метров, постоянно осыпающаяся в некоторых местах, очень красиво смотрится вот на фоне дальше зеленых склонов, спускающихся к морю. Остановились прямо под отвесной скалой Байдара Костропольской стены. Вот за что я люблю верхнюю горную крымскую дорогу. По ней гораздо интереснее ехать, чем по основной трассе внизу, шумной, грязной. Здесь можно остановиться в любом месте, насладиться видами на южный берег Крыма, послушать пение птиц, подышать свежим горным воздухом, насыщенным ароматами можжевельника, сосен и елей. А вот та вот скала с хребтом, похожим на спину дракона, называется смешным словом «Эфигения». У ее подножья есть обалденный дикий пляж, и на нем мы часто с родителями купались в детстве, так что для меня это такое место памяти особое. Мы находимся с вами на даче в Стамбуле. Давайте проведу вам маленькую экскурсию. Thank you.
и знаменитая Афоровская церковь. Ты бывала раньше в этой церкви? Нет. Крымской? Красивое место очень выбрано, потому что с той стороны, когда подъезжаешь, очень красивый вид, скалы такие. И вот она такая вся маленькая, светленькая. И уверена, оттуда открывается красивый вид. Построена в 2004 году под патронатом президента Украины Леонида Кучмы. Мало того, что церковь очень красивая, вид панорамно открывается на все побережье. Приехали на прекрасное горное озеро в урочище Панагия. Вот это озеро многие рекомендуют для посещения. Именно если вы отдыхаете в Новом Свете, в Судаке, сюда можно быстро доехать. Находится оно в Зеленогорье. Пресное озеро в горах. Да, озеро действительно необычного цвета, такого молочно-зелено-голубого. Инна, как тебе горное озеро в Зеленогорье? Нравится, красивое очень. Но купаться я тут бы не стала. Тут много головастиков в воде. И вода такая, неизвестно, что здесь в ней. А для фотографии смысле? Интересное место. Что значит неизвестно что? На белого цвета, мутноватое. То есть тут какие-то породы присутствуют. Ребят, наше следующее утро мы встречаем в Балаклаве. Смотрите, какой крутой вид. Сама бухта и город с яхтами на заднем плане. По-моему, ничем не хуже, чем многие европейские, итальянские, греческие курорты Средиземноморья. А что вы думаете по этому поводу? Напишите обязательно. Самое клевое, что посещение парка бесплатное. И этот весь красивый дворец можно увидеть, не потратив ни одной копейки. А вот вход внутрь с экскурсиями уже стоит денег. Для взрослых цена 550 рублей, студенческие 280. 15 человек в группе. Да идут на каждый этаж, похоже. Это цена за все этажи, а за отдельные этажи можно платить меньше. 350, что 200 рублей. Шикарный дворец. Я бы не оказался в таком пожить. Ну что, как твои впечатления от Массандровского дворца? Очень положительный, очень красивый дворец. Такой компактный, маленький. Я смотрю, тут много фотосессий, свадьбы приезжают фотографироваться, потому что он на самом деле очень такой... Прям как из сказки. Мне очень понравился. Я не посещал французские замки, к сожалению, но у меня такое впечатление, что он очень напоминает архитектуру Франции, Италии, Северной. Италии, да. Да? Похоже. И очень достойно выглядит. Не хуже европейских образцов. Нам очень понравился. Советуем. Это одно из тех мест, которые стоит посетить в Крыму. Ну что, мы меняем города как перчатки, с молниеносной скоростью перемещаемся, и мы уже на набережной Ялты. Самый центральный город Крыма. Красота, шум со всех сторон. Народу много, даже вне сезон. Блогер Насели покупает черешенку. Черешенку, лещину. Вот за что мы любим Крым,
За что мы любим Крым? Скажи. Я люблю такие атмосферные, душевные места, где просто можно посмотреть, как живут местные жители. Смотрите, прекрасный домик сельский. Здравствуйте. Здравствуйте. А черешня там какую цену? 100 рубчиков лещины, пол баночки. Вкусно? Надо брать. Мы проезжали просто по селу и увидели вывеску «Земляника», «Травы горные», «Орех», «Лещина». Очень захотелось земляники, поэтому остановились. У нас вот, знаете, технологии идут вперед, и люди, чтобы там не кричали «Хозяева, выходите, продайте мне землянику», написали номер телефона. Сейчас будем звонить. Ну вот, наконец-то мы нашли продавщицу земляники. Она ходила вот тут в посадке в лесу, собирала землянику. Ребят, это такой аромат. Просто нереально, нереально вкусная, мелкая. Земляника стоит 250 рублей литр. Ну, банками меряют просто ее. Даже ничего, еще приемлемая цена. Мелкая, правда, маленькая, но очень вкусная. Ну и какое же посещение Крыма без прекрасной татарской кухни? Хорошо, ну и блогер, без того, чтобы показать, что он ест, не блогер. Мы любим такие местечки, где не очень туристично. И по совету местных жителей заехали в такое вот маленькое уютное кафе. С небольшим выбором. Тут же стоит мангал, где готовят люля-кебаб и шашлыки. Уже каждый заказал много разных блюд. Сейчас подождем, что нам принесут, и посмотрим. И попробуем, расскажем, вкусно это или нет. Сегодня у нас на столе манты прекрасные. Плов, порция, чебуреки, порция 3 штуки, ну и салатики. Чебуреки стоят, сколько чебуреки стоят? 300 рублей. 300 рублей чебурека, манты. Прекрасно. За 4 штуки мант 300 рублей. Плов 250, вот такая порция. 100 порции были просто огромные, если сравнивать с предыдущими кафе, где мы ели. Плов очень вкусный. Салаты вот такие, да, Денис? Нет, салаты классные, да. Да, вкусные салаты. Ребята заказали янтык. Янтык – это те же чебуреки, только не жареные в масле, а без масла пожаренные. Запеченные. Запеченные даже, да? Шурпа, Даш, как тебе? Очень вкусно. Вот Даша, мясо которая вообще баранину не очень любит и я ест сказать, шурпу. Мясо очень вкусно. Кстати, да, вот мясо, вообще не вонючее. Баранина смесь, да, сказали, с говядиной. Да, баранина с говядиной тоже. Я не ем баранину, но ничего так. Веру, не здесь сюда тебе можем рекомендовать это место, и цены тоже очень лояльные здесь. Оставим меточку на это место у нас под видео в описании. Переходите. Приехал в Бахчисарай. На самом деле я себя не чувствую в крымском городе. Настолько красивая, насыщенная архитектура вокруг. Настолько все доброжелательные, улыбчивые. Не знаю, мне очень понравился этот город, хотя я только-только сюда приехала. А еще меня очень удивило, что местные жители, даже делая ремонт, современный ремонт, выдерживают свои традиции. Если посмотреть на это здание, даже его окошки в такой вот форме восточной. И вот дом, например, с маленькой башенкой, минарет, по-моему, это называется правильно. Все такое какое-то вот в деталях. Тут просматриваются детали, красота домов, убранство. Вот это намного красивее, чем наши обычные дома. А наш сегодняшний вечер заканчивается на одном из самых красивых мест южного побережья Крыма, мысе Фиолент. Этот мыс знаменит своими отвесными стенами, опускающимися прямо в Черное море. Смотрите, какая красота!